Книга «Открытым оком». Тема «Богослужение». Восьмой том. Вопрос 2013. Когда не знаешь объяснения того, что делается в алтаре, то думаешь, что назначение всего тамошнего чисто небесное. А когда узнал о репидах, о воздухах, то оказывается, что первичное назначение этого махания, которое сегодня с таким благоговением двое церковнослужителей производят над престолом, самое прозаичное, чтобы отогнать мух и других насекомых, чтобы они не попали в чашу потир. Кто придумал форму для монахов и чем это было вызвано? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Перекопировали очень много из Ветхого Завета, но поставили свои знаки, крестики и думают, что великое и новое что-то сделали. Так Константин Император на обогренных кровью языческих знаменах поставил кресты, и теперь уже его победы все были во славу Иисуса, запретившего убивать. И клялись теперь уже на Евангелии, в котором повелено никогда не клясться. Вот только одно событие о головном уборе. Никифор, 13 марта. Преемник Михайлов Феофил приказал бить его по щекам. Челюсть его была разбита до того, что безобразный шрам, как печать мученичества, осталась на всю жизнь на его лице. Для прикрытия его Мефодий, будучи патриархом, разрезал концы клобука и обвязывал им челюсть. Из уважения к исповеднику все иноки с того времени стали носить клобук с разрезами. Стихотворение. На иностранные слова большая мода. Консенсусы онтологических невежд. Для христиан евангельские воды. Сетей Иисуса непонятный мрежь. Непонятных мреж. На русский перевод уже столетие и 30 полновесных лет вдобавок. Перевели весь календарь на летний, понятный Библию для грамотных и бабок. Там есть слова и даже изречения. Для пользы дела их переводить не стали. Такие, как анафема, мучение, маранафа, ефафа, савахвани. Но есть внизу подстрочный перевод. Он наши знания тут же приумножит. И нынешний словарь сломаешь рот, для собеседника твою пустопорожней. Читайте, изучайте наизусть Новый Завет Христа и толкование. Феофилакт архиепископ сам научит пусть, и умножают страх, смирение и знание. И не ищите новых переводов, им синодальному вовек не перевысить. Сегодня тысячи фальшивых садоводов, когда ж поймешь их, а это только крысы. По-человечески они уже доценты, профессора и даже доктора. Как горбоносят те картавые акценты. Зачем же подставляться, как дурак? Слова «Иисус Христос» едва переводимы. С оригиналом произносятся не схожи. Но для души они роднее всех родимых. Конечно, если ты рожденный свыше тоже. Учите языки всех наций на планете, дабы им о жертве возвестить. И не слова отдельные, горшочек на загнетке, а знание языка, как солнышко висит. 2003 год, Игнатий Тихонович Лапкин.